Выхожу на огород. Будем сажать картошку. Вот там Борислав. А вот вдали трактор. Дур-дур-дур. Люди. Так, и наши соседи. А за спиной красота. Уже вечереет. Почему-то небо посерело. И накрапывает дождик. Прогнозисты прогнозировали. Никакого дождя в субботу и воскресенье. Вот так. Вот это наша земля. Весенний сад. Апрель месяц. Яблони еще не в цвету. Молодые все деревья. Все молодые деревья. Груша Бера тоже 3 года ей в прошлом году. 15 груш сняли. Большие грушки. 15 груш. Но съели за несколько присестов. Сочность, сладкость. 2 года груши. Молодая, еще ни разу не родила. В этом году ожидаю. Ну а сейчас сельхозработы. Посадка картофеля. Идем до Валентины. Вышел я за пределы нашего участка, за металлическим заборчиком. И вот видите, это вот тропинка, стежка по-украински. С той стороны наши родственники. А вот эта земля Калычина. Немножко задувает. Левая родственники, правая наша. Валентина сажает картофель, досаживает. Мы вчера вдвоем работали. После утром я встал, посадил мешок картофеля. И теперь Валя поехала сама сюда, и сейчас посмотрим, как она садит картофель. Ну вот 15 кустиков в рядку, и Валентина сама же забрасывает картошечку, а потом сама ее уже новые выкапывает, потом сама будет ее есть. Ты ж должна, копая сюда, бросать его. Да я же ромаю. Да, ты что? Я понял, да. Для дочки. Вот такая вот красотень. Но покажем вам и небо. Небо, 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 небо. Голубое. Перистые тучи, теплый южный ветер, температура.
температура порядка 21-25 градусов. Вот видите, и там вот картофель сажают соседи. Вот они, далекие, через хату, через две даже. Вот там вот Вася, наш сосед, который нам помогает скапывать маленькие участки внутри своим мотоблоком. Это его пшеничный, не знаю, в общем, озимый. Это Василий Константинович сам садит картофель. Киевляне его родичи, ясное дело. Этот вот такой дом внутри, но я был внутри, так скажем, под евро что-то там, а хотя снаружи так вот, но там есть все, значит, и газ есть, и вода есть, и ванная, и все, туалеты, своя крыльца есть, и, соответственно, стоят же бойлеры разные и так далее. Вот рядом, вот видите, просто бросали мы в лунку. Вчера прошел ливень, в пятницу, сейчас воскресенье, прошел ливень, тут залило так, что нельзя было выйти. Ну, а вот уже все, мы смогли сюда выйти на землю. Но земля у нас, видите, чернозем, и я ее называю шоколадная у нас. Как шоколадная у нас земля, больше у нас. Причем мы ее особенно не удобряем. Единственное удобрение — это вот пшеница, которая делается по поле. Вот это тоже зеленое, ближнее. Это наше поле, только оно засеяно. Ну, не нами, сосед засевает, а потом он пшеницей ее запахивает, эту пшеничку. Или даже просто снимает урожай. Ну, короче, поле отдыхает от картофеля. Таким образом потом запахивается все. Стерня вся идет, все. Солома и так далее, землю, и там. Вот Валентина готовит новый рядок. Чуть-чуть она ближе к центру. На себя ближе надо. Вот сюда, эти равнины. Вот, да. Вот так. Здесь будет еще сортовой картофель, мы покупаем там у людей, чтобы выводить новые сорта. А здесь 6 соток 5-4 сорта. И кукуруза будет в самом конце. Горбузы мы их называем, желтые, большие такие, семечки белые, знаете. Вот очень полезное. Вот так вот идет сельхозработы на чудесном. Так, вот Роман. Привет Роману Свободному. Показала какая картина? Картина, конечно, классная. Воздух свежий, чистый, тепло. Мухи не кусают.
Это рассада перца. Это рассада нашей тещи. Моей тещи. Нашей тещи. Моей тещи, мамы Вали, Марии Степановны. Смотрите, видите, нету многих перчиков в этом лоточке. Если присмотреться, то вы увидите, что кто-то их красиво погрыз. Ну, такая же густота была, как и в этом левом, так и в правом. И в этой летней кухне, которая вот мы сзади ее стоим, такая старинная, старинная. Всегда, все годы хранили всегда рассаду весной, обсаживали, и кто-то ее погрыз. Я предполагаю, что это мышка. Как она могла на стол заползти? Какой жук туда будет на стол ползти? Есть такие жучки у нас, бегают по саду. Так они точно вот так вот срезают своими клещами, такими маленькими, и такие они небольшие. Я бы сказал, как ноготь. Вот как ноготь среднего пальца, например, или большого пальца. Вот такие жуки. Вот, ну то они по земле бегают, что бы они делали на кухне. Вот такая вот проблема. Погрызли, ну так, что, я бы сказал, 20-30 перчиков.